Таможенники изъяли со склада воронежской фирмы более 5000 упаковок косметических гелей и лаков для ногтей. Причина конфискации товара – незаконное использование сразу нескольких товарных знаков. Как отметили в воронежской таможне, нарушены права 7 владельцев брендов. Одна из фирм, впрочем, отказалась от защиты. Изъятая косметика уже признана контрафактной. Теперь нарушителям грозит крупный штраф по 50 000 рублей за каждый из товарных знаков.